Василий Прокопьев 3 раза в месяц ездит с Мирного в Сунтары. В деревне живет его семья. Чтобы сэкономить на топливе, он перевел машину на газ. У кого большой пробег, у того хорошая экономия, говорит Василий. Туда-обратно 500 километров выходит. А у меня где-то на 100 километров 11 литров. И по тенгам где-то 3 чем-то выходит. А сейчас на газу я полную заправляю. Ну, где-то 500 рублей выходит. И до Сунтары 220 километров хватает. А потом на обратном уже на бензине приезжает. Ну, уже у меня выгодно, ну, где-то почти 2 раза. Если сравнить цены на топливо, 23 литра 92-го бензина обойдется водителю от 1300 рублей. Примерно по сходному километражу поездка на метане выйдет 3 раза дешевле. Ездить на природном газе экономно, но есть нюансы. Только за установку газобаллонного оборудования Василию Прокопьеву пришлось выложить около 95 тысяч рублей. Сумма значительная для отца большого семейства. Чтобы окупить затраты и получать выгоду, потребуется не один месяц. Сегодня многие регионы уже перешли на газомоторное топливо. Благо, во многих из них работает федеральная программа субсидирования, в рамках которой автовладельцам компенсируют 60% стоимости установки. А в Якутии еще в 2019 году приняли региональную программу развития рынка газомоторного топлива. Жителям республики предполагалась компенсация затрат при переводе техники на природный газ. Однако финансирование до сих пор не утверждено. Программа сама 5-летняя, вот, в плане не только у нас, как компания «Алроса», но и у других крупных добывающих предприятий РНГ, Иркутская нефтяная компания, плюс «Сокамбигазбыт», строительство подобных заправок АГНКС, что позволит простым потребителям, нам как крупным предприятиям, переводить транспорт на газ и, имея заправку через каждые 300-400 километров, не беспокоиться о том, что машина приехала, заправляться негде и нечем. Вот. Повторюсь еще раз, благодаря только действию нашего правительства «Илтумен» мы сможем двинуть данную программу. Если построить рейтинг самых газомоторных регионов, то драйверами являются регионы Поволжья и Урала, Татарстан, Башкортостан и Свердловская область. Сегодня там функционирует более 40 газозаправочных станций. В той же республике Татарстан газозаправочную станцию в день заезжают более 100 частников. А в Мирном, как вы видите, буквально единицы или вообще никого нет. Казалось бы, вот она, новая газовая заправка, но людей, желающих перейти на метан, мало. Возможно, толчком станет как раз-таки субсидирование по федеральной программе. Илтумен, если утвердит постановление и будет рассмотрено финансирование в бюджете. Ивана Филиппова, Кирилл Шолохов, Александр Еремин, телеканал «Алмазный край».